Что вы собираетесь делать? Не трожьте сундук. Положите его на место. Заткнись. Ты что делаешь? Они откуда-то узнали про сокровища. Кто они? Ну, те трое в пещере требуют отдать их. А ты хочешь их так просто отдать? Ну, резу у них, конечно. У Конфуция телефон. Отойди. Андре? Не стой у нас на пути. Ух ты. Ну хорошо. Давайте спросим у народа. Пошли. Откуда они вообще узнали про сокровища, а? Я не знаю, откуда, я должен выполнить их требования. Что они конкретно сказали? Значит, они сказали, они отпустят Лизу, если мы отдадим сокровища и транспорт. Но сокровища ты им отдашь, а транспорт ты где? Пошли вы все. Погоди, погоди, Андрюха, надо разобраться. Ну, отдашь ты им клад. А с острова-то вывезти они его не смогут. Поэтому они Лизу не отпустят. Понял? Китайцам у нас хоть шанс есть. Нет у нас никакого шанса. Поймите, эти сокровища не помогут выбраться с острова. Вам, может быть, и не помогут. А нам очень даже помогут. Чёнга. Но он говорит, что мы все должны быть заодно. Значит, короче, решили, сокровища остаются здесь. Пойми, это единственная гарантия того, что Лиза останется жива. Надо сейчас тянуть время. Тянуть время, просто завтра пойдем, начнем жилет, найдем там повар, заберем у него сокровища, отдадим китайцу, заберем телефон. Да... Андрей! Андрюх! У него, между прочим, там жена. И что? Что? Ну, вам это трудно понять. За огонек. Где? Вон там. Это, наверное, твой отец. Не бойся. Мне с тобой совсем не страшно. Мне с тобой тоже. Ну, из меня тот еще защитник. Не страшно бывает не только с тем, кто защищает. А с кем еще? С тем, кого любишь. Да. Мне с тобой совсем не страшно.
Андрей, мы пришли. Тихо, тихо. Кто мы? Я Эвцер Чуньё. Мы принесли циновке еду. Мне ничего не надо. Андрей, перестаньте. Я их слямзила. Ну, в смысле, совершил кражу. Отсюда очень хорошо видно вход в пещеру. Наблюдательный пункт. Ну да. Петя, уводи их на берег. Там, на берегу, мы устроим стоянку. Разожжем там костер. Он отвлечет от этого места. Мы идем на берег. Понятно. Идите со мной. Не отставайте. Хорошо. Спокойной ночи. Че, Маш, спать ты ложиться собираешься? Я пока не хочу спать. Захочу, лягу здесь. А что за капризы? Я думала, ты одинокий, несчастный человек. Оказался не такой, да? Оказалось не такой. А какой, Маш? Я и думаю не о себе, о том, как нам здесь всем нам выжить. Так каждый думает, как нам выжить. И на острове, и дома. Только кто-то может оставаться человеком в любой ситуации. А ты про кого говоришь? Про своего бывшего мужа, что ли? А он не бывший муж. Вот она даже как. Интересно. Ненавижу. Что? Кого? Себя в первую очередь. Это понятно. Спокойной ночи, Марья Ивановна. Он спрашивает, что мы собираемся делать дальше. Следить за пещерой и действовать по ситуации. Осторожно. Он говорит, что зря Андрей поссорился с остальными. Мы теперь лишились возможности, ну, воздействовать на китайца. Да кто на него только не воздействовал? Китайцу нужен клад. Да, Алсамбат. Ну что, Петр Петрович, здесь? Хорошее место. Я говорю, место хорошее. Здесь будет лагерь. Лагерь. Разведем костер. Из пещеры костер будет видно. Пещера, костер видно. И я понял. Спасибо. Чувствую себя полнейшей сиротой.
Вадим убежал? Паш тоже? Моя любовь никому не нужна. У тебя все еще впереди. Надо только верить. Он даже не позвал меня с собой. А почему? Потому что он перепутал поворот. А как же я? А ты, Лидочка, надейся и жди. У тебя все впереди. Так сказал один поэт. И, кстати, не по пьяни. Я вернусь, мама. Я вернусь. Я не могу раньше, мама. Я заработаю много денег и вернусь другим человеком. Подкачу к этой лачуге на шикарном автомобиле. У нас будут слуги. Ты не будешь больше одинока, мама. Мама, у меня все получится. Не сомневайся. Я обещаю тебе, поверь. Смени меня.
Пойди поспи. Я посмотрю. Кину гору. Не, ну правда. Вадима искать? Возьмите меня, пожалуйста, с собой. Тебе что надо? Знаете что? Мы с Вадимом вместе карту рисовали, шаги считали. Я примерно догадываюсь, где он может быть. И если мы его найдем, то я смогу с ним договориться. А может быть, мы и Пашу найдем. А? Смотри сам. Только чтобы я тебя не слышал. Поняла? Хорошо. И еще, пожалуйста, если мы его найдем, дайте слово, что вы его пальцем не тронете. Слово депутата. Угу. Пожалуйста. Давай не вперед, не дыши мне в спину. Опять ты. Откуда ты все время берешься-то, а? Иди сюда. А, ты красавец. Что ты хочешь сказать? Эй! Эй!
На, поешь. Катя здесь нет. Она с Пашей сейчас. Как с Пашей? Им хорошо вдвоем. Где они? Дай сюда. Если твои друзья попытаются еще хоть раз с тобой связаться, то они получат тебя обратно с дыркой в башке. Мне нужен вертолет. Вертолет и сокровища. Где мои сокровища? А еще мне нужна еда. Еда и вода. Требуют воду и рыбу. Я за рыбой. Вероника! Бегите к пещере! Я за водой! Что случилось? В пещере, быстро! Ага. И там будет поле чудес в стране дураков, да? Не, какое-то удобное место. Красиво, да? Направо? Направо. Пошли. Ставьте сюда.
Они пришли. Если нападут, стреляй. Что он говорит? Про рыбу спрашивает. А, рыба будет позже. Да, а, ма. Он говорит, что Лизе осталось 7 часов. Просит воды. Вы ему скажите, что катер уже готов к отплытию. Ми лылел. Какой катер? Неважно. А вот с сокровищами придется подождать. Андрей, пожалуйста! Что? Лиза, что? Она хотела мне что сказать. Нам? Воду. Нет. Воду нам? Давай. Не дам. Пока не позовешь мне жену, я воду тебе воду давай. Я какой капкал кон. Он нам угрожает. Угрожает, значит, ничего не сделает. Воду. Ну, жену. Воду. Жену. Воду давай. Я сейчас выберу ее. Я боюсь. Я тоже боюсь. Лиза! Он дает нам 30 секунд. Да, я понял. Как ты? Что, плохо выгляжу? Нет, очень хорошо. Какой ты грязный. Мама! Левхау! Он просит воды. Вот это, вот это! Нет, там яд! Я нашла яд, но они заставят меня пробовать первой! Ты что сделала? Тупая идиотка! Живо сюда тащите воду и рыбу! Быстро, я сказал! Что смотришь? Наговорилась с мужем. Хе, не волнуйся. Я спокоен. Я абсолютно спокоен. А чего мне волноваться? Нет рыбы. Волна большая. Может, она на глубину ушла. Не так. А? Надо края обжигать. Смотри. Вот так. Я понял. Давай. Давай, давай. О! Кто к нам идет? Здоров, рыбачок! Ага! Осадное войско! Обоз с фуражом прибыл! Встречайте! В магазине купил? Ага, в супермаркете. Здравия желаю. Ну, здравия желаю. Держи. А что с крылом-то? Ничего. Держи, Андрюха, от чистого сердца. Спасибо. Сегодня рыбы как никогда. Ну, держи. А я так и думал, что вы тут дислоцироваться и будете. Ну, как они там? Да как обычно. Хандрят бабы. Гувернантка плачет, что никому не нужна. Гадалка мается. А твоя бунтует помаленьку. А я тебя спрашивал про свою. А что ты сердишься? Тебя кто за язык тянет? Да я просто перечисляю. Не надо, не просто, просто. Андрюх, ау. Этот, который тот, картограф-то, так и не появился. И девчонка его с Пашкой тоже пропали. А так все хорошо. А у нас не очень. У
давай помогу, чем смогу. Показывай, где твоя пещера. Триста! Ну? И что это за удобное место? Ну вот, а? Где-то здесь. Все, хорош. Хорош. Давайте привал. Ну, пойдемте, осталось чуть-чуть. Мне надо есть. У меня желудок. Давай, перекусим. Есть надо. Перекус. Будешь? Давай. Черт бы подрал этих русских. Жутко хочется пить. А я бы не отказался от завтрака. И от обеда, и ужина. Сразу. Пошли, пошли. Вот здесь мы базируемся. А вон там вход в пещеру. Вы-то как тут? Так, а я всегда там. Где рвутся снаряды и пули свистят. Вероник, пошли. Вот здесь. Чуньё! Смотри, здорово, милиция. Ты куда? Отставить. Вперёд. Мы пришли. Смотри. На переговоры выходит только один. У него бельмо на глазу и пистолет. Другой блокирует вход в пещеру, у него автомат. Почему так долго? Мы старались. И урод. Приведите ему. Если с моей женой что-то случится, я тебя убью. Что он сказал? А? Что так перевести? Переводи. Наверное, не надо. Желает вам приятного аппетита. Есть еще третий, такой маленького роста. Он все время сидит в пещере, и мы не знаем, есть у него оружие или нет. Я думаю, что есть. Это серьезно. Эй, Мализи! Иди сюда. Инза? Пей.
Разве не хочешь домой вернуться? Домой нет. Ну, а просто вернуться? Там все по-другому будет. Почему? А потому что мы будем другие. Я аутист. Ты студентка-отличница. Ничего общего. Ты не прав. Это наш обед! Она же золотая! Это она пока мокрая, кажется, золотой. А высохнет, станет серой. Значит, пока она мокрая, можно загадать ей 3 желания. Как в сказке. Какие у тебя желания? А у тебя? Мои уже сбылись. Я бы хотела еще папу найти. Куда-то полезла, ноги поломаешь. Вот здесь можно. Здесь я. 30 шагов. 30 шагов. Ну, 100 раз по 30 прошли. Че, забыл, что ли? Подожди. Так мы здесь были уже. Вот. Ну да, вот Лиана, мы отсюда же выходили, да?
Правильно? Фух. Я не вру. Правда. Вадим говорил, 300 шагов направо. Ты лево показываешь. Правая рука, вот это левая. Ну как ты? Пожечь осталось? Нет. Давай домой. Давай. Беги! Где так рыбу научился ловить? Это Тихович. Кто? Тихович. Кто это? Он во Вьетнаме служил. У него еще племянник. Он настоящий отец. Серьезно? Так они зимой. Представляешь, по пояс в воде. Туда. Так они зимой по пояс в воде ловили.